10 школьных аўтобусаў на пачатку верасня падарыць установам адукацыі нашага рэгіёна Банк развіцця Рэспублікі Беларусь. Яшчэ адзін падарунак ад банка спецыяльна абсталяваны мікрааўтобус для Касцюковіцкага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі. Усяго з 1 верасня свае дзверы адкрыюць больш за 700 школ і дашкольных навучальных устаноў рэгіёна. Так у Магілёўскім дзіцячым садку нумар 112, што ў буйным мікрараёне Фаціна, працуюць над тым, каб стварыць ва ўстанове яшчэ 3 новыя групы. 2 гады назад, пасля закрыцця дзіцячага дома, у гэтым будынку адкрыўся Магілёўскі дзіцячы садок нумар 112. З таго моманту ў ім арганізавалі 10 новых груп. Кацярына Касцюк водзіць сюды старэйшага сына, а хутка сюды ж пойдзе і малодшы. Скажите, и младшего, да, решили сюда отдать? Да, младший ребенок идет в новую группу, которая вот будет открываться в этом году. Вот нам будет 2,5 годика, мы идем в садик тоже. У садку уже завершили подрыхтовку до нового навучального сезона, але протягиваюсь ремонтовать те помешкания, где планируют открыть 3 группы на 60 детей. С городского бюджета выдаткована 80 тысяч новых рублей на ремонт и 50 на набытие мебли. Ремонтируются эти группки из городского бюджета. То есть все наши мебель, оборудование надворное, которое у нас находится прекрасное, яркое, и наши игрушки, наши кроватки постельные, наши принадлежности – это все из городского бюджета. Мікрараён Фаціна расце, побач малады мікрараён Цярохіна. Таму дадатковае месца ў садку вельмі патрэбнае. На сегодняшний день наше дошкольное учреждение посещает 204 воспитанника. Я думаю, мы взяли на себя огромную такую, скажем, обязанность обеспечить наших мамочек и папочек местами в дошкольном учреждении их ребят. За 2 гады тут обновили спортпляцовку, актовую и спортивную залы, сантехнику, поправили дах. Работники садка сами размалявали стены. Батьки допомогли во уборцы и сборцы мебли. Разом с выхавальниками створали стенды для творчих выстав своих детей. Завершить обновление установы плануют до конца года. Надея Мяшкевич, Виталий Алексеенко, Новини регион.